Have ways of blowing things up. Ну так вот, спустились мы с того этажа. И, блин, тот этаж помотал нам, конечно, нервишек немножечко. Тут у нас была вот эта тварь, у которой было столько жизни. Так, ладно, тут у нас кнопочка. Я ее пока нажимать не буду, пока у нас есть коридоры. И там тоже кнопочка. Вообще кнопочки тыкать в игре становится очень опасно. Становится. Всегда было, так скажем. Оп! Нет! Фух, я чуть не загнал себя в тупик. Фаерболы. Теперь мы наконец-то можем фаерболами фигачить. Но я думаю, что на близком расстоянии это не настолько эффективно, как мне бы того хотелось. Так, люди у нас позаболевали здесь. Это меня сзади никто не обойдет. Так, Болезнь. Болезнь, конечно, тоже не очень хорошо, но вроде как я могу потом возле кристалла пойти этим всем вылечиться. Блин, тут их просто до черта. Валим. Просто валим. Восстановимся, потом вернемся. Получается, я их могу по два убивать без особого вреда для себя. Потом я прихожу, делаю вот так, делаю вот так и возвращаюсь к нашим милым овечкам. Суперски, F5. Не буду я пока пользоваться фаерболом, он очень дорогой. Он полезен, я думаю, будет на дистанциях. Когда нужно будет в кого-то сдалека стрелять, кто-то будет очень сильный или что-то такое. Но пока что. По 190 экспы за них дают. Пока что, я думаю, что Fireball нужно приберечь. Так, 20, 27. Разброс демеджа очень большой. 32. Жизнь у этих ребят, конечно. Вообще немерено. Там что-то еще плюхает, булькает. Поэтому я схожу, восстановлюсь. Да, это немножечко, наверное, подзадалбывает. Туда-сюда бегать. Но я другого выхода не вижу. Зельки я буду хранить до последнего просто. Вон один раз мне пригодилось. То, что мне пришлось 4 зельки выжрать. Как раз, когда мы вот этот шар получали. Для того, чтобы нас просто не грохнули. Поэтому зельки я буду держать до последнего. Ну, блин, кристалл восстановить, что ли? У меня уже люди сейчас отрегенятся. Блин, бычара проголодался. На. Съешь. Ну, не, не, в таком состоянии я не буду сейчас уже лечиться у кристалла. Я уже досплю, потому что, ну, пол хпшки отрегенить, это не такая уж и проблема. Я сюда приду, когда они будут уже разбитые, расплющенные. К тому же, ребят, а это не значит, что я могу сюда ходить улиток фармить время от времени, пока я недалеко. Может быть, кстати, стоит этим заняться в не серии прийти сюда, фармануть улиточек. Так, это там плюхается, а это тут плюхается. Привет, чувак. Так, так, так. Держи, избиваем. <соцентричный путь> но если вы еще не промахивались, ребят, было бы просто шоколаднейше. Я и так вам уже стараюсь оружку качать, чтобы вы. Так, бык больной, но я его пока трогать не буду. Пусть поболеет чуточек там за Спартак, за что-нибудь. А... Ну-ка. А к чему это? В ящичках ничего не было в этих? Вроде ничего. Так, я сейчас иду просто по открытым коридорам. Ой, блин, заваленная. Заваленная. Значит, коридор там продолжается, но я просто не могу по нему пройти. Древняя комната называется у нас тут. Ладно, лабиринт теней. Блин, вот, вот лабиринты просто мне сейчас не хватало. У меня есть минотавр, давайте лабиринт. Вы слышите это, да? Надеюсь, слышите. Что записочка у нас говорит? Факелы остаются вне зоны моего досягания. Я пытаюсь подойти к ним, но свет, который они излучают, играет со мной. Турум. Кстати, бык вылечился. Факелы остаются... Ага. Хорошо. Идем теперь по дверям. Странно, что до сих пор не было ни одной кнопки загадки. Или, возможно, просто я не нашел до сих пор ни одной кнопки загадки. Они были. Просто я их просмотрел. Ага. Там у нас будет загадка на свет. Так? Так. Там что-то булькает. Пойдемте с самого начала. Это, по-моему, вот вот это вот и, и это вход в одну и ту же комнату. Получается, что здесь у нас вход в другую комнату. Пробуем. Еда. Чему я в наше время крайне рад. Хилочка. Дверь. Просто комната с дверью. Без секрета? Не, такого не может быть. Тут нет. Странно. Ладно, есть некая дверь. Теоретически ведет... А, вот она. Чё-то я туплю-то. Вот, это одна, одна комната, все, все нормально. Почему она так заперта была? Ладно, есть вторая комната, скорее всего, с слизняками нашими, да, вот этими. То есть, мы делаем вот так, вот так. И мочим блобов. Сколько их тут? Двое, не двое, сейчас посмотрим. Так плюется. Больно, конечно, но смешно за этим наблюдать. Он такой Так, у нас, по крайней мере, мечник сейчас стал на человека похож, хоть как-то прокачался. На, схавай. Хоть чуть-чуть стал попадать, хоть чуть-чуть стал адекватнее урона вносить. Сейчас мы еще и бычару прокачаем, чтобы он у нас этот тролльский молот мог таскать. Я, кстати, до сих пор не уверен, хочу ли я молот тролля, потому что он очень косой, но там, блин, урона в нем дофигища. Я думаю, что это будет хороший размен. Какая-то рванина. Какая-то рванина. Так. На, тебе похавай. Рваный плащ. Ну да. Хорошо, я обнаружил, что если открыть все, кроме одной двери, которая выглядит наиболее крепкой, стена э, отодвигается вправо и откроется проход. Я оставлю там немного провизии, чтобы обеспи... обесп... обеспечить себя. Так, хорошо, турумчик нам тут оставляет э, записочки. Если открыть все, кроме двери, которая выглядит наиболее крепкой. Я же говорил, что это не все просто так. Так, вот эта дверь у нас сейчас... Э, а, а где проход откроется-то здесь? Возьмем изначально, что здесь. А как я вам... Вы... Блин, дверь, которая выглядит наиболее крепкой. Допустим, обе эти откроем и закроем вот эту. Нет? Да. Отлично. Плащик я уберу сюда. Я не знаю, почему та дверь должна была выглядеть более крепкой. Вообще без понятия. Кольчужные штаны. Все стороны равны. Это тяжелая броня, кстати. У меня такая же кольчужная поножа. А у тебя? А у тебя хитиновые поножи, легкая броня. Давай мы с тобой будем меняться, дружище. Вот этот у нас будет ходить в хитиновом сете, а ты у нас будешь ходить в тяжелом. Блин, а так тебе тяжело таскать, да? А, ящик. Да, мы пустой ящик здесь выложим. У нас проблем с инвентарем сейчас нет и лишний ящик нам сейчас тоже будет не нужен. У нас есть топор. Топоры 5. Топоры 5. Я и вот здесь оставлю, и твоего друга я тоже здесь оставлю. Оба топора здесь оставлю, потому что я в них просто не вкачиваюсь. У нас есть вот молот, который булавы 9. Который, к сожалению, нам пока не получается никак поднять. Он просто неподъемный. Так. Самый запад. Блин, ну что мне с этим свитком делать? Это относится к этому этажу? То есть теоретически я же его нашел на этом этаже. Да. А практически... Так, загадка с комнатами выполнена. Теперь у нас залы теней, как таковые, или как они там называются. Лабиринт теней. А. К такому жизнь меня не готовила. Я понял. Мне нужно пройти по тени. Да? То есть, как только я попадаю на свет... О, блин. F5. Ха, свиток. Свиток тьмы. Колдовство 5. А вот это интересно. Так. 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 Нормально. Корона пусть тут валяется. Свиток тьмы. То есть у нас до этого был свиток света. ингредиенты я так и не почитал рецепты как мне что правильно делать надо будет тоже этим заняться у меня просто ага, я вас понял угу. мне нельзя попадаться на свет хорошо это в принципе не самая сложная загадка вот это я еще хочу браслет я думаю, это тоже будет что-то на мага. Кстати, штанчики-то тяжелые 6. Тут хитиновые 9, так что да, до свидания. Браслет защита 1. На 20% мощнее атака. На 20% медленнее восстановление удара. Кому я хочу это одеть? И хочу ли я это одевать кому-то? Наверное, тебе на следующем уровне у нас будет э, улучшенный быстрый бросок на 50% быстрее восстановления при использовании. Вот. У нас будет 50% прироста, 20% можно принести в жертву за счет... Э, да, да. Одену я тебе прямо сейчас. Посмотрим, как это все будет работать. Э, так, а у тебя вообще браслета... А, у тебя нет вообще браслета. Э, это печально. Хорошо. Здесь мы, получается, собрали все. Знаете что, ребят? Я пока что вот сюда вот на изначальную точку вернусь. Вот тут вот сохранимся. Будем потихонечку заканчивать. Поэтому, ребятушки, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. <свы> Всем покеда.